ты хочешь больше, мальчика или девочку? Я чувствую, у нас будет девочка. Девочка? А как бы ты ее назвала? Ты знаешь, мне нравится имя Маша. Маша, какая ты у меня взрослая стала. Вот и в школу уже пошла. Еще недавно в садик ходила. Время, где мой бат? Мы сейчас опоздаем. Все, 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 поехали. Где твой рюкзак? Собираемся, опаздываем, поехали. Мама, ну когда тебя уже отпустят домой? Все, Маша, поехали. Когда тебе станет легче? Ваша жена находится в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все принятые меры, ее болезнь достигла последней стадии. Я сожалею, но мы уже вряд ли сможем ей помочь. Ну, может, можно что-то сделать? Ну, хотя бы попытаться. Папа, вставай. Папа, вставай. Ну, вставай. Я сегодня по математике пятерку получила. Папа, ну вставай, я кушать хочу. Папа. Маш! Маша!
Маша! Маш! Алло. Да, привет. Машка не у вас? Да не опять потерял. Ой, ну хватит уже. Что ты опять начинаешь? У вас или нет? Ой, все, ладно, я понял. Давай. Давай, все, пока. Чего вы меня все учите? Здравствуйте. Маша! 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 Слушай, ты Машку не видела? Нет, не видел. Потерял что? Да ушла из дома, не могу я найти. Да не переживай, найдется. Куда ты убежал? Моя на смене, пойдем, посиди. Не, спасибо. Давай, увидимся.
Маша. Маша! Маша! Маша, с тобой все хорошо? Маш, прости меня, пожалуйста, Маш. Я так испугался, Маш. Я думал, я и тебя потерял. Ну ты чего, папа? Все хорошо. Успокойся. Не надо плакать. Успокойся, все нормально. Все хорошо? Да. Пойдем домой. Я сегодня по математике 5 получила. Меня вызвали к доске, и я решила пример. Я лучше всех его решила. Сегодня еще у меня по окружающему была новая тема. Мне поставили 4, то я не ответила только на один вопрос. Учительница просто не понимает. Вчера у нас была контрольная по русскому, и я написала это.
Маш, ты дома? О, ты что молчишь-то? А это что в тишине? Маш? Ой, сегодня день Гиршин. Не зря говорят, понедельник день тяжелый. Пап, ты только не злись. Мне нужно тебе кое-что сказать.